Telemetry recovered. Acro mode on. FPV, привет. Ездили на выходные в провинцию Канчанабури. С погодой повезло. Первые два дня было солнечно, очень даже прекрасно. Сегодня всю ночь грохотало, прям ужас. Видимо, с Бангкока долетел. Вокруг поля, красотища, горы, долины. Очень прикольное место. Конечно, нужно заранее знать, куда ехать, остановиться, но в принципе всегда можно чего-нибудь хорошее найти. Так, дубль 2, новая батарейка number 2. Как видно, здесь странная ситуация, здесь гора. Мы хотим посмотреть, что как сверху, весело, красиво. Не очень далеко, надеюсь, все зашибись. Все зашибись, я думаю. А пыль-то? А, пыль-то я уже сейчас набрал. Когда еще поднимался. А ты записываешь? Гора. Освоена. Освоена. Батарейка номер 2 большая. Третья точка, в принципе, как вы понимаете, здесь, ну, как-то невероятная просто красоты долины. И очень бы неплохо было бы здесь, короче, сделать кружочков парочку. Вот, на 3 минуты. И гора здесь есть классная. И вообще супер. Сейчас попробуем.
честно говоря, ну, единственное предположение, почему это, короче, произошло, потому что я стоял под линией электропередач, но на самом деле этого не должно было так просто произойти. Вот. Ну, видимо, что-то. А? Да, это хорошо, что это не произошло вот там наверху. А то бы по камням там я бы полазил как-нибудь. Но, да.